Всем успехов желает Максим Вехов. Сегодня 2017 год, 7 октября. Получил с московского лейбла от CVL Minis Records очередную посылочку со своими авторскими дисками. Вот. Сейчас будем вскрывать и смотреть. Вскрытие покажет, как говорят. Ова! Запаковано все всегда как отлично. Опа. Все супер запаковано. Уже целая коллекция таких посылочек. Запаковано все отлично. Так, опаньки. Ничего не повредить. Опа. Вот так, опа. Годится. Все отлично запечатано, запаковано. Молодцы, ребята. Делают все как надо. Опаньки. Вот, по одной копии, наверное, да? Да, по одной копии, да? Судя по всему. Вот, я собственной персоной. О. Где эти блидин? Где эти блидин? Кто напарит? Вот мои авторские. А, вот это совместная работа моя, Лео и Родослова. Торино Парк. Лео на ударных здесь. Я на гитаре. На гитарах. А Родослов на скрим, ну, на вокалах. Так, это мои проекты. Остальные все диски мои. То есть это мои авторские проекты. Так. Вот Реквием, вот тут снова я. Реквием на диске. Millennium Affair. Вот. Еще один раритет вообще. Ну, конечно. Вот он я. В 99-м году я это записывал. Альбомчик супер классный. О, а вот долгожданный Макс фон Хейнберг. Вот он. Rock and Sex Forever. Вот обложечка такая. Снова я. Вот мой проект Warcraft. Тут два альбомчика или три, не помню уже. Посмотрите. Вот. Снова я. Это я в Евпатории в 2005 году бухой в доску сам себя фоткал. Это было пресмешно. О, вот это супер альбом. Horror Noise. Оккультный. Это зло.
зло, то ли обложка злая, там дизайн, дизайн, все это я сам делал. Кстати, вот, смотрите, а, какая злая облога. Тут снова я. Вот, облога, это все я делал обложки, дизайн. О, ну это Raw Black Metal с элементами нойса. Экспериментальный альбом типа ВС, этот самый, как его. А вот прикольная тема. 600 баксов, такие тут 600. 1200 баксов. Вот я. Вот такое вот. Это тоже Максим Вехов и Варку, да, это альбомы того года. О, вот еще один культовый альбом. Вот, Angel of God, 1001 смерть. Да, самый хитовый альбом. Атмосферный авангард black metal с элементами нойса. Вот, тут 28 песен, тем из них 27 треков. Вот Split, Torn Apart и Angel of God. Ну это вообще бомбовый альбом. Вот логотип Torn Apart. Такое оформление жесткое. О, ну это вообще культовый альбом. 1666. О, это вообще же жесткий альбом. Правда, я выбрал фото, тут такие спокойные. О, ну это вообще мощный альбом. Это самый мощный альбом из того, что я вообще за 30 лет сотворил. Это, блин, это вообще 255 ударов в минуту. Там драм-машина сумасшедшая, скорость, тяжесть. Я думаю, что даже тяжелее, чем Hate Forest. Вот. Кстати, насчет Hate Forest. Я, блин, и даже не знал, что они есть. И попутно сам играл такую музыку, даже более жестче. Намного. Ну, атмосфера такая же. Вот, обложечки. Вот, Freedom. Это Noise. Horror Noise. Оккультный тоже. Вот, Freedom еще. Еще другой, другие там альбомы. Вот. Это депрессив Doom Metal. Это я. Это тоже культовый альбом. Так. Теперь приступим к дискам. Всем успехов желает Максим Вехов. Занимайтесь все любимым делом, хобби, как я. Чтоб оно вам приносило деньги, славу. Успех, много полезных, интересных знакомств, миллионы, миллионы поклонников. Только знайте, что когда успех приходит, то есть поклонники, антипоклонники, всякие завистники, всякие дебилы, которые там пишут, что фуфло, говно, блин, и таких мало. Так что это успех, это такая штука, это как... вот диск, как диск. Вот. С одной стороны, успех, успешные отзывы, а с другой стороны, могут быть неуспешные отзывы. Поняли? То есть это как успех, это как бы, ну, к успеху нужно быть готовым. Вот, чтобы отражать атаки всяких злопыхателей и всяких долбоебов, которые ничего сами не сделали, а если сделали, то какой-нибудь фуфел и вообще, блин, ничего не смыслят в шоу-бизнесе. Ну,
ну, это в основном касается ваты. Ватники, вот, кстати, да, они обитают на русскоязычном пространстве. Вот, и, к сожалению, они пишут всякую х. Поняли, о чем я, да? Короче, пошли они на. Вот. Не на вас, на суть. Сать. На сать, вот. Так что пошли вы все к единой фене. Вот. Тут тоже отлично все запаковано. Главное, умело распаковать все это дело, блин. Вот, я уже подготовил тут коробочки для всего это дела. Диски все в идеальном состоянии. Коробками, конечно, проблемы, блин. Так. Тут все по одной копии. В этом смысле, конечно, не очень классно. Ну, в принципе, это ж мои авторские, личные. Ну, хотя тут один альбом есть. Один альбом есть, там, где мне приезжают сессионные музыканты. О. Тоже все отлично. Ну, болонки хорошие. О. О, Макс фон Хейтвек. Rock and Sex Forever. Супер обложечку я сделал. Классно выглядит. Получается, в этом году пока что я издал 32 диска. Ого, 32 диска, это жестко. И 42 кассеты. В этом году я продвинулся благодаря интернету и моей способности продавать. А как вы понимаете, продавать нужно и уметь себя продавать. Вот, то все у меня отлично складывается. Еще на виниле хочу издаваться. Вот. Но для этого надо, хотя у меня есть материал качественный, надо будет заняться этим моментом. О! Вот. Бургу. Это жесткий проект. Я его в том году презентовал. Вместе выступал с Сива Сикс. Сива Сикс, они, этот альбомчик очень понравился. Они слушали его. Я как раз вот так выступал, чтобы их услышать. И они меня могли послушать. Вот. И как бы сказали, классненько. Зло. Ну, в принципе, мне их мнение как бы, конечно, интересно. Но даже если бы они сказали, что не классненько, я думаю, что классненько. Фанаты знают, что классненько. Любители оккультного безумного нойса, шума, любят такую музыку. Или шумовые эффекты. Кстати, а сейчас играет альбом, проект Хигевальд, альбом Хигевальд. Да. Вот.
вот, это вообще, да, это культовый альбомчик. Вот я вот так сделал обложечку. Что-то, блин, коробок не хватает на все диски. Так много дисков, что... Что делать? Придется что-то... Ого, тут еще много дисков. Придется что-то откуда-то компоновать нафиг.